Боитесь ли вы макароны? Готов поспорить, что нет, но после этого видео вы, скорее всего, поменяете свое мнение о них. Макароны могут быть коварны, поверьте мне, потому что то, что мы увидим сегодня, изменит вашу жизнь навсегда. Кэрион — это обратная хоррор-игра, в которой вам предстоит сыграть роль аморфного создания, который непонятно откуда взялся, непонятно, что он вообще делает, он преследует всех и пожирает их, короче. В общем, хоррор-игра наоборот, где мы играем за того, кто всех убивает и всех ест, а все остальные нас боятся. И как вы можете видеть, делать мы это будем за макаронного монстра под там томатным соусом. Ну такая, знаете, family-friendly, милая игра. Прям специально, чтобы покушать, пока вы смотрите. Вот такое вот у нас здесь милое меню выглядит. Ну, примерно как мой желудок, наверное, как его еда видит, когда я ее ем. Итак, Кэрион. Приключения нашего макаронного монстра начинаются здесь. Это я? Всегда хотел стать макаронами, если честно. С самого детства меня спрашивали. Кем ты хочешь стать? Может быть, ты хочешь стать президентом? Или самолетом? А я отвечал, нет, я хочу стать макаронами, которые пожирают людей. Вот как, например, этого беднягу. Эй, дружище! Ну чё ты орёшь-то? Чего ты кричишь? Я пришел наладить контакт с вашей расой. Я никакого зла тебе не желаю. Подожди. Я пытаюсь вылезти. Я не могу это сделать, я слишком толстый, видимо. Ну, сорян, слушай, тогда тебе придется съесть. Я от нее вообще ничего не оставил. Она стала единой со мной. Она стала сама макаронами. Ребята, уникальная возможность только сегодня. Присоединитесь ко мне, и вы тоже станете макаронами. Да ладно, это приятно. Хотя ладно, наверное, этот парень не сказал бы, что это приятно. Окей. Я сейчас больше похож на сосиску какую-то, не знаю, переваренную. Знаете, я после этой игры, наверное, пойду и выкину все, что у меня есть протухшее в холодильнике. Это, наверное, звучит странно, но у меня много вещей тухнут в холодильнике, поэтому... Окей, ладно, наверное, вам это не интересно, но я это к тому, что вполне возможно, что они могут превратиться вот в такую вот штуковину. Это что такое? Какого хера? Не знаю, ни малейшего понятия не имею, что только что случилось. Но я абсолютно не против этого. Ребята, привет! Что, в офисе работаете, что ли? Как дела? Я пришел в вашу тут унылую тусовочку, атмосферу, так сказать, разрядить. Давай тебя съедим. Ты все равно, наверное, никому не нравишься. Эй, ребята, я съел чела, которого никто не любит. Не правда ли это круто? А, стоп, они стреляют в меня? Воу-воу-воу. Так, слушай. Вот это как-то агрессивно было с вашей стороны. Я вообще-то пришел с миром. Стрелять не обязательно. На, лови. Ну, покушаем тогда. Не пропадать же, добро. Нифига паркур. Ты зря это сделал, кстати. Эй, тихо. Тихо. Так, ну-ка всем лежать. Я пришел, значит, с распростертыми щупальцами. Хотел с вами подружиться. Сделать вас едиными со мной. А вы вот так вот стрелять меня надумали? Это вообще не дело, ребята. Окей. Идем. А это кто? Ты что, думаешь, я тебя не замечу? Не-не-не-не. Давай. Иди сюда. Часть команды... Она, походу, вниз упала. Блин, умерла, наверное, поранилась. Это очень грустно. О, я слышал. А, вот он. Вот она приземлилась. Эй, часть команды, часть корабля. Не, стоп. Она жива? Ты куда? Все, куда? Стоять. Часть команды, часть корабля. Я ее достану. Твою мать, там турель стоит, она не дает мне. Сейчас она отвернется. Привет, давно не виделись. Часть команды... Оно того стоило. Оно определенно того стоило. С самого начала? Оно того не стоило. Оно определенно того не стоило. Эй, ребята, привет. Помните меня? Тот самый макаронный монстр, который... Нет, куда? Это ты сам... А ну-ка дверь закрой. Ты нахера ее открыл? Так, ладно. Вот и все. Дверь закрыта.
Я сказал, дверь закрыта. Мне кажется, этого чела дверью убило. А нет, тут же все в порядке. Все хорошо, он не поранился. Ура! Ловите. Так, что у нас здесь? Рубильник какой-то. Люблю дергать непонятные рубильники. И дверь открылась. Замечательно, идем дальше. Епа, какая я здоровая козявка стал. Offensive skills MMB. Что еще за... То есть то, что я их пожираю заживо, это недостаточно offensive, по-вашему, да? А вот жареные макароны я не заказывал, так что не надо тут своим огнеметом распрыскивать, окей? Так, подожди. Ну какое я тебе зло плохое сделал? Подумаешь, я пытаюсь тебя сожрать. Что в этом плохого? Ну-ка, иди сюда. Это что такое? Ёх, твою мать. Очень милая family-friendly игра. Очень, очень милая. О, твою мать. Я еще и какие-то щупальца могу в них вытаскивать. Часть команды, часть корабля. Эй, здесь кто-нибудь хочет стать моим другом? Еще один рубильник. Этот рубильник, видимо, не стоило трогать. Так, не надо, не надо. Главный враг макарон — это роботы. Не надо стрелять меня. Все, я пошел отсюда. У меня свои дела, у тебя свои дела. Еще один рубильник. Чпоньк. Так, видимо, этот никого не вызвал. Это что такое? Не знаю, что это. Ломаем. Люблю ломать вещи. Это что такое? Не знаю, что это. Едим. Люблю есть непонятные вещи. Ёб твою мать. Я стал мега-макароном. Компьютерные игры ваши играете, наверное, да? Жизнь прожигаете? Нет бы пойти на улицу позаниматься чем-то. Вот вам карма за это. Кожаные ублюдки. Тесто будет править этим миром. Помяните мое слово. И вы сами, в принципе, станете частью этого теста. Во-во-во-во-во. Стоп, ребят, что-то они какие-то это. Очень милая игра для всей семьи, я бы так сказал. Да. Вполне. Ну подумаешь, я съел твоего друга. Это не повод стрелять в кого-то. Это не повод стрелять в кого-то. Тем более, они теперь часть меня. То есть... Грубо говоря, ты стреляешь в своих же друзей. То есть ты говно, которое надо убить. Этим я и занимаюсь. Смотрите, что я узнал, кстати. Я своими щупальцами могу каналы переключать. Оп. Я могу делать две вещи. Переключать каналы на телевизорах и жрать людей. Идеально. Мне нравится... Я только что хотел сказать, мне нравится убивать людей. Мне нравится быть макаронным монстром. Со мной все в порядке. Я точно не сошел с ума. Ну-ка, поцелуйте ее. Ну-ка, скажите ей все привет. Мне кажется, она не получает до... Ой, ты... Окей. Скажите им привет. Мне кажется, они не получают должного внимания в вашем коллективе. Ну-ка, быстро сказали им привет. Ну-ка, я сказал быстро. Привет им сказали. Не бойтесь, это не кровь. Это всего лишь кетчуп. Все нормально, просто скажите им привет. Смотрите, с ними все нормально на самом деле. Вон, видите? Это кетчуп, я же говорил, это не кровь. Иначе как бы они тогда были живы сейчас? О, еще одна дыра. А, мне, наверное, еще... Сколько? Еще две дыры. Еще одну дыру надо найти. Не знаю зачем. Но это, видимо, какой-то сюжет здесь. Окей. Еще одна дыра. Где бы она ни находилась, надо ее где-то найти. А, вот же она. Воу. Эй, не заметил. Привет, дыра! Все, я игру прошел. Мир покорился макароном. Люди поняли? Это что такое? Зубастое очко какое-то. А, стоп, вот же оно. Зубастое очко, привет. Мир покорится макароном. А, все. Спасибо за игру. Помните, чтобы добавить... Не забудьте добавить эту игру в ваш виш-лист. А, ну окей, вот такая вот у нас игра получилась. Мне кажется, мы вынесли два очень важных урока сегодня. Не доверяйте своим макаронам и не доверяйте мне. Спасибо большое за просмотр, надеюсь, вам понравилось. Если это так, то ставьте лайк. С вами был я, а со мной были вы. Пока.